Через 8 минут мне уже 28, я не хочу эту цифру, я такая старая, кошмар. Хочу сказать, что 27 лет вы одним из лучших моих возрастов, наверное. У меня много чего произошло, и я на самом деле очень счастлива. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я вышла замуж за самого прекрасного человека в мире, вот за него. Все, желаю себе 28-летней не сдавать позиции, делать все как можно лучше, больше и любить себя. Не лениться и учить английский. У нас очень красиво в квартире. Я смотрю друзей. Эй, посмотри. Да. В какой руке? Влево, правой, правой. Хороша. Опа! Что же тут? Ой-ой-ой. Для девочки по имени Ульяна. Спасибо огромное. Камера села в тот момент, когда я записывала, как мне Лёша дарил третий подарок. Третий подарок! Инстакс. Третьим подарком был Инстакс, о котором я очень давно мечтала. Да, я о нем мечтала, я не знаю, с самого, мне кажется, детства. У моей мамы была подруга, и у нее был полароид. Я так мечтала о нем. Особенно вот о таком идеальном цвете. Это Лёша сделал фотографию себя, когда он, видимо, только купил, да? А это вот сейчас только что. А мой самый лучший на свете муж снова делает мне тортик на день рождения, потому что кроме него никто так вкусно не делает. С моими волосами! Да, здесь бардак, бардак. Да, вот такие вот стаканчики. И смотрите, как я трубочки сделала. Специальные такие вот липучечки. И из них будем пить там соки, кока-колу. Вот. Сейчас вот на эти тоже, в эти штучки, в эти стаканчики положу палочки. Я взяла палочки с кунжутом. И вот так вот надеваю вот сюда их. И получается такая мелота. Мне так нравится. Все такое розовое, розовое. Фрутелла тоже розовая. Розовые маршмеллоу. Ой, маршмеллоу. Зефирки розовые, вот. И вот такие вот штучки. Ну, мы сегодня допокупаем еще. Алкашку. И нормально будет. Я, конечно, не снимала то, как мы собирались, потому что это полная просто дичь. Я не успела удалить фотографии из своего телефона. Я боюсь, что память закончится в неожиданный момент. Надеюсь, такого не случится. Подъехал уже такси. Жду Лешу с двумя или тремя еще пакетами. Помимо этого у нас вот эти вот пакеты. Короче, это трэш полный. Вот, как всегда, это все проходит с небольшими нервами, но, как я себе говорю, надо успокоиться, все нормально, там наши друзья тем более, и все, если что, поймут и помогут нам. В общем, мы приехали уже в лофт, сейчас украшаем с моими подругами, остальные пока что не приехали, они немножко опаздывают, вот, но это даже к нам вообще на руку, потому что нам быстренько надо все нарядить, чтобы все было по красоте, как надо. Просто вот сейчас, надеюсь, все доделаем, и я обязательно вам покажу результат. А Юля опять ест. А Жанна опять все украшает. Как вы уже поняли, мой день рождения был в стиле Барби, поэтому все вокруг было розовым. Я купила розовые тарелки, розовые бутылки, розовую еду. Друзей я тоже попросила быть максимально в этих оттенках. И если это были мальчики, то чтобы у них были хотя бы какие-то аксессуары этого цвета. Например, у Лёши была розовая бабочка. Сначала хотел сделать большие розовые ресницы накладные, но их не оказалось.
Их реально не оказалось. Потом я подумал покрасить волосы в розовый, ярко такое. Это реально было? Да. Я ходил, там улыбка радуги, подружка, Литуаль и прочее, и нигде нет баллончика с красками. Пошел в парикмахерскую, сказали, вот надо покрасить, 1500 будет стоить. Но так как я уже купил подарок, я думаю, ладно, не буду ничего делать с собой, уродовать себя. Это Антон, что сказать. Вот, ты поищи, там, может, он где-то оставил что-то. Ну, мой телефон, он навряд ли тебя оставил. Он следит за мной. Не ври, что тебе 28, я знаю, что тебе давно 17. Только не раскрывай всем этой тайны. Овечка. Мой личный сорт героина. Пусть все будет всегда. Твой Эдик. PS, если Джейков будет кусаться, ты всегда можешь позвать меня через окно. Фотографию еще оставила, что ты никогда в жизни о нем не забывал. На случай. Спасибо! Ульяночка, ты стала уже совсем взрослая девушка. Тебе уже почти что 30 лет. Саша, не так. Тебе немножко больше 20. С днем рождения тебя. Здесь очень много новых для меня людей. Значит, ты хороший, светлый, добрый человек. Путешествия тоже будут, когда, ну, там все полегче станет. Или, да? Да, да, да. Я тебя люблю. Все здесь тебя любят. Ну, я-то точно люблю. Уже сколько? 10 лет? Я счастлива иметь такого друга, как ты. Выйди, пожалуйста. Пусть Антон выйдет. Со свадьбой! Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination. Life is your creation. Come on, Barbie. Let's go party. Но это просто дополнит то, что уже есть у тебя. Блин, я очень долго выбирала, чтобы по цвету было нормально. Розовая. Я надеюсь, что это тебе пригодится, ты можешь этим пользоваться. Это брекеры? Нет. Это полосы. Случайности, не случайности. Самые классные знакомства начинаются с Феодосии. Оля, Фия, люблю, целую, пух. Банана. Ой, какие! Фрути! Мы можем быть в банане. Нам где-то рассматривают, ребята. Сейчас Ульяна, это на камеру снимем и все. Раз, два, три! Так.
Ой, я чуть не забыла показать вам фотосессию, которую мы устроили перед моим днем рождения. Это было недели за две до празднования. Мы сняли красивую, офигенно милую розовую студию в стиле Барби и сделали там потрясающие фоточки. Можете посмотреть их в Инстаграме, ВКонтакте, да где угодно. Кстати, тепло. Довольно. Ульяна! А Оля ябедничает. А Оля неправду говорит. Говоришь на меня, переводишь на себя. Говоришь на меня, переводишь на него. А ты что скажешь, Максим? Мне каждый раз кажется, что это ты. Итак, все, мы закончили. Вот наши последние друзья. Сейчас поедем на такси. Наши последние друзья. Оставшиеся. Не шей мне, срок, машинка Зингера, иголочка сломала. Янчик, да-да-да. Тебе сразу, знаешь, можно прибавлять. Широка река, глубока река. Аттестат в крови, по бокам конвой. Сыночка, домой поехал сейчас. Копытом кони сейчас и докатал. Это молитва, знаешь, что произошло. Мечтал, чтобы пицца осталась. Наша пицца. Леша просто загружен пакетами, в принципе, как и я. Лучше бы торт упал. Нет, хотя торт не жалко. Жалко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Че, ты выкидывай их? Как? Мы все равно. А, давай выкинем вот так вот. Ну, пусть она здесь лежит. Блин, ну ладно. Все, ребятки. Я очень уставшая. День рождения был клевым, очень все здорово. Сейчас 2 часа ночи, да, по-моему? Вот 2 часа ночи, мы приехали. Все, уже не твой день рождения. Уже не мой день рождения, можно наезжать на меня. Вот. Короче, да, классно. И площадка офигенная. Просто одно из лучших мест, наверное, за все время, которое я провожу дни рождения во всяких лофтах. Это одна из лучших площадок. Обзор фотографий с моего дня рождения. Я решила сделать это в ускоренном варианте, потому что мы как-то долго болтали, обсуждая каждую фотографию. Вот, да. Фотки получились безумно атмосферными и сейчас хранятся у меня вот в этом милом голубом альбомчике. Всего получилось 20 фоточек. Еще раз поцелую и скажу тебе спасибо большое за инстаграм. Я переполнен животом. Доброе утро, ребят! Это уже новый день, и сегодня я решила показать вам все подарки, которые мне подарили друзья, Лёша. Показываю. Вот этот стайлер подарила мне подруга Жанна. Я уже пыталась его открыть. Точнее, его открыла, положила очень неаккуратно, потому что буду вытаскивать сейчас его и пользоваться. Также она подарила книжку «Рассвет». Это все вот от нее. Вот эта закладка не от нее, но это ладно, это не важно. Вот эти книжки подарила мне моя подруга Юля. Я просто фанатка «Сумерек», и, представляете, у меня всего лишь была одна книга. Сейчас я вам покажу ее. У меня была всего одна книга «Затмение».
Книг, в общем, у меня не хватало, а я очень сильно хотела собрать коллекцию моей второй любимой вселенной после Гарри Поттера. И также она мне подарила вот эту, я ее не читала. Далее подарок от ребят. Я не думала, что мне подарят проигрыватель. Я его написала, у меня был виш-лист ведь. Я его написала в виш-листе, знаете, с такой мыслью, что, ну, блин, я просто напишу, но никто не подарит, как бы это дорого очень. И представляете, ребята сложились и вместе подарили мне вот такой вот видеопроигрыватель Кроссли. Я о нем мечтала очень давно. Я видела его у многих блогеров и всегда говорила себе, ну, когда-нибудь я себе его тоже куплю и буду включать пластинку. Кстати, мне купили еще и пластинку. Вот такую вот Гарри Поттер. Но покупаю себе пластинок и буду самым счастливой человекой. Грязная, давай сюда протру. Реально она грязная была. Подарок от Леры. Она подарила мне вот такой вот ирригатор. Выбрала розовый ирригатор. Блин, я таких даже не видела на самом деле, когда, ну, просто себе присматривала. Вот такая вот красота. Еще и в чехольчике. Еще здесь какие-то идут ёршики. Далее идут подарки от Лёши. Вот такой вот прекрасный Инстакс. Вот такая вот красота. Этот чехол подарила сестренка Алина. Обзор самого прекрасного музыкального инструмента, который у меня когда-либо был. А у меня никогда не было музыкальных инструментов. Пока на ней играет только Лёша. И третий подарок от Лёши – это реплика Лего. Но мы, на самом деле, никогда не покупаем само Лего, потому что это очень дорого. И, как нам кажется, это не совсем стоит своих денег, потому что, когда ты покупаешь реплику, она дешевле. И мы уже много раз собирали именно реплику, и она ничем реально не хуже Лего. Здесь вот у нас полочка специальная для них. Ну, пока что там стоит, конечно, не только Лего. Вот, получается, это. На этой полке стоит мой автобус. Вот, и сюда, скорее всего, вот на эту полку я поставлю Хогвартс Экспресс, а это все уберу, не знаю, куда-нибудь. Вот такой вот обзорчик получился. Надеюсь, я ничего не забыла, я же все взяла, да, я все же показала, все подарки. Вообще, в этом году я впервые составляла плейлист. В этом году я впервые составляла виш-лист с подарками, которые я хотела бы получить. И, на самом деле, это очень удобно, всем советую. Потому что люди никогда не будут мучиться с вопросом, а что же ей подарить или ему подарить. То есть это супер удобно, поэтому берите на заметку, виш-листы – это пушка-бомба. Спасибо большое, что посмотрели этот мини-мини-видео. Заходите в мой телеграм-канал, заходите в мой инстаграм-канал. Там очень красиво, как мне кажется. Вот всегда стараюсь со всеми вами делиться своими мыслями, своими событиями. Поэтому заходите, всех жду, всех люблю.